Всем-всем большой привет! Я сегодня попала в два магазина. Это Фикс Прайс и Улыбка Радуги. В Улыбке Радуги была очень хорошая скидка на косметику декоративную. А в Фикс Прайсе, ну, мимо не пройдешь. Зашла я на самом деле в Фикс Прайс за кое-чем, что мне было необходимо. Ну и кое-что еще прихватила. Давайте начнем с Фикс Прайса, потому что любителей этого магазина больше на канале. Поэтому, кому будет неинтересна декоративка из Улыбки Радуги, то я скажу, что дальше пойдет она. Взяла я в этот раз горошек. Не первый раз я его беру. Горошек зеленый, тут 460 грамм, достаточно прозрачная такая банка. И горошек в Фикс Прайсе неплохой. Макароны Паста Коллекшн показывать не буду, по 25 рублей они, я их тоже взяла. И уже не первый раз беру вот такие пакетики, 10 пакетиков, масса 180 грамм, это кофе, 3 в одном. Единственное, мне почему-то кажется, что в магазине оно послаще. Может быть, это просто как бы я выдумываю. 50 рублей, тут получается 5 рублей пакетик. Но бывает, что на бокал я кладу 2 таких пакетика. Но, тем не менее, все равно покупаю, они мне нравятся. Так, зачем я, собственно, шла? Я покупаю всегда, ну, сейчас тут у меня рядышком пустые баночки лежат, я собираюсь ролик снимать. Всегда беру вот такую краску, кастинг крем-глосс, а красит меня мой муж. Я вот даже вам покажу. В этой краске вот такие перчатки, которые подходят только на женскую тонкую руку. На мужскую они не лезут. Ну, вот я так издалека вам рассказываю о том, что мне нужны были вот такие перчатки хозяйственные. Они 55 рублей. В них, конечно же, можно делать все хозяйственные работы, особенно с разными порошками и вредными веществами для мытья сантехники. Но и вот также мне было нужно для покраски моих собственных волос. Тут 5 пар, 10 штук. Вот для меня это было прям крайне необходимая мера. То я все время забываю. Также, что я взяла, это носочки. Носочки я взяла хлопковые, размер 36-40. Взяла я их ребенку, мальчику. Единственное, что здесь вот эти вот как орнаменты по пяточкам. Ну, я думаю, что это, в принципе-то, на ноге будет не сильно бросаться. Но не выглядят они девчачьими. Мне кажется, такой чисто мальчишечий вариант. Вот, взяла 3 пары, потому что носки летят быстро, а эти, написано хлопок, и, вы знаете, хлопок такой осенний, ну, плотные достаточно носочки, не тоненькие. Они без начеса, без всего. Ну, хотя, вы знаете, вот, не знаю, вам видно или нет, но легкий какой-то есть такой вот, как прослоечка, то есть они плотненькие. И на осеннюю вот сейчас уже прохладу они очень даже хороши. В школе еще отопление не дали, а утрами, например, сегодня были даже заморозки, 2-3 градуса было всего. Днем прогревается до 25 на солнце, а ночью у нас очень холодные. И утром он идет в школу, прямо ножки-то уже чувствуют. Ну, я думаю, это не сильно интересно. Теперь из интересного. Вы знаете, очень понравилась вот такая тарелка. Она стоит 99 рублей. Это называется салатник с крышкой 16 на 7 сантиметров. Это фарфор, я так думаю. Давайте я вот так покажу поближе. Что тут написано? Состав. Стекло даже, смотрите, да? Ну да, то есть она вот прямо не пластик. Очень красивая, тяжеленькая такая достаточно. И мне как раз нужна была глубокая тарелочка с крышкой, и чтобы это было не пластик, потому что остатки супа, бывает вот что-то такое перелить, и при этом не тарелочками, крышками прикрывать, а чтобы было вот как-то так вот симпатично. Вот, нужная вещь и достаточно красивая. Постоянно беру, когда бывают Фикс Прайс, вот эти ватные диски, 150 штук, 55 рублей. Они очень удобные, классные, они мне нравятся. И как прохожу, беру. Тем более, ими пользуюсь и я, и мама. Ей они необходимы тоже.
И также по 8.30, как мне кажется, взяла 4 тетрадочки в клеточку. Тетради были разные. Для девочек там были и с котятками, и с собачками. Ну, так как у меня мальчик, и хоть Максимка и любит котят, но в школу мы с котятами не покупаем. Мы покупаем такую мальчишечью тематику. Чаще это разные машинки. Ну, достаточно симпатичные такие яркие тетради. Такая клетка фиолетовая, достаточно тоже яркая. Хорошие тетрадки, понравились. 8.30 не жалко. И, кстати, сзади таблица умножения и вот такая система мер. На всех. Да? Да, на всех. Это очень хорошо. Как напоминание будет хорошо. Все, фикс прайс у меня закончился. Я там купила примерно на 500 рублей. Да, 517 рублей был чек. Не очень дорого. И давайте перейдем к улыбке радуги. Но по дороге во второй магазин я зашла в книжный и купила Максимке книжку очередную. Взяла Александра Беляева «Остров погибших кораблей». Он стал интересоваться уже такими приключениями, какими-то путешествиями. И поэтому я решила взять Беляева. Тем более он на своем канале выложил книги, которые у него есть в библиотеке. Девочки запрос такой делали, какие у нас детские книги. И Максим выкладывал на своем канале и попросил у читателей, у подписчиков совет, какие бы они посоветовали ему еще книги. И вот ему Беляева тоже там советовали. И он решил тоже купить. Ну, как он, я ему купила, принесла сегодня. Надеюсь, понравится. И также начну показывать декоративную косметику, которую я купила по дороге в «Улыбку радуги». Зашла в обычный магазин небольшой, увидела помаду «Римль». Да? Да, вот тут написано «Римль». В оттенке 0.66. Вот так вот она называется. Я не знаю, здесь... Просто, по-моему, губная помада, да, написано. Думала, будет это, линейка какая-нибудь написана. И вот такой цвет. Прямо не могла мимо этого цвета пройти. Так впечатлила она меня. Хотя у меня помад очень много. Но вот я решила, что этой мне в жизни не хватает как раз. Красивенный для меня цвет. Мне такие очень идут. Прямо... Достаточно она для меня сочная, яркая. Я говорила не раз, что красные оттенки не идут, но при этом вот такая яркость мне нравится, как на мне смотрится. Поэтому с огромным удовольствием взяла. Помада меня будет радовать. Все, дальше захожу я в «Улыбку радуги», где увидела вот такую скидку. 40% на вот такие вот средства. В принципе, я знала, что 25-го будет эта скидка. Мне об этом сказала Леночка. Лена, привет тебе и спасибо. Благодаря тебе я знала, что 25 числа будет эта скидка. И приглядела какое-то время назад от Ламель вот такой хайлайтер. И сегодня я именно за ним и шла на самом деле. Он стоил порядка... 350 рублей полная цена, а сегодня он, я не помню точно, но рублей 180 что ли стоил. Ну, конечно, я за ним пришла. Вообще, вы знаете, такую красоту, сейчас мы посмотрим, сколько тут грамм, тон 101, 12 грамм, представляете? 12 грамм, я же сама в шоке. Можно использовать и как хайлайтер, и как тени. Видите, какая красота. Вот. И хайлайтер, и тени. Все прям два в одном. Такие прям бушующие волны. Ну, влюбилась. Вот когда первый раз увидела, я прямо наглядеться на него не могла. Но за 350 рублей я его тогда не купила. Но когда мне Леночка написала,
что Света 25-го будет скидка. Ну, конечно, 25-го я и пошла за ним. И дальше я увидела, что сегодня на многие помады стояли красные ценники. Причем, вы знаете, прямо такие цены нереально низкие. Самая дорогая, которая была с красным ценником, это помада от Max Factor. Мне, к сожалению, не дали чек. Но я в конце скажу, сколько все вместе я заплатила. А вот по отдельности не помню. От Max Factor я взяла вот такой оттенок. А что тут за серия? Есть ли у Max Factor серия? Ну вот тут написано, да? Ага. Ну и давайте смотреть, какой я выбрала цвет. Сейчас мне девчонки опять скажут, одно и то же набрала. Ну понятно, каждый берет то, что ему нравится. Тут вот значок выбит Max Factor на помаде. Это первая у меня помада этой марки. Не было никогда. Вы знаете, так мягко-мягко рисует, ложится красиво. Эта помада чем-то схожа с первой, если видите. Но она светлее и более легкая. Вот. Первая плотнее. Ну и на губах они смотрятся, конечно, по-разному. Такая красота. Ну, дико рада. Очень рада я этой покупке на самом деле. И две помады я взяла, кажется, от Essence. Первую. Так, тут, наверное, есть что за линейка. Вот так. Называется в седьмом, да, получается, оттенки. А вот тут еще. Вот здесь название линейки. И давайте смотреть. Вот такой красивый цвет. Прям очень, очень красивый. Он спокойно ложится. Я долго выбирала. Он еще розовее предыдущего. Ложится легко. Никакого тут перламутра нет. Скорее такой небольшой влажный финиш. Мне кажется, это помады осени. Их, конечно, можно и в другое время года, но вот в моем понимании это моя осень. В общем, вот такая помада. И еще одна помада. Это уже матовая линейка. Не так уж у меня много матовых помад. Давайте вот так поближе. От Essence это у меня вот первые помады. До этого не было. И вот такая третьем оттенке название видно, потому что вот здесь нет названий, просто мат, мат, мат. А вот здесь как раз есть название у помады. Ну давайте смотреть, какую выбрала я матовую. Вот такая красавица. Мне кажется, их можно просто поставить перед собой и любоваться. Давайте смотреть. Она плотненькая. Сочный такой цвет. Опять же, видите, гамма-то похожа. Я все жду, когда мне напишут одно и то же. Но нет, они все разные. Видите, это матовые. Цвет, конечно, чаще покупает каждый человек свой цвет, который он любит. Кто любит красные помады, они в основном берут красные. Кто фуксию, у тех фуксии копятся. Ну вот у меня сейчас, видите, вот такой цвет идет. Ну, в общем, я могу так прям часами смотреть и наслаждаться. И по цене, получается, в улыбке радуги я взяла вот эти 4 предмета, 3 помады и палетку. И заплатила я, по-моему, 830 рублей. У меня на карте баллы были 130 рублей. И в итоге мне вышло 700 рублей вот эта покупка. Вот. Я прямо рада, решила я себе такой подарок сделать. У меня теперь, смотрите, какое богатство появилось. Помад у меня в жизни мало. А теперь вот все, я счастливый обладатель вот такой вот декоративки. Никогда не брала в улыбке радуги их журналы.
А сегодня взяла и сентябрьский, и октябрьский, чтобы следить за скидками, полистать, посмотреть, что здесь интересненького будет. Потому что на самом деле ни разу не брала и как-то избегала. Даже, наверное, я и не знала, что в «Улыбке радуги» есть журналы. В «Магнит Косметик» брала, а там нет. Все, вот такие были у меня покупки. Довольная как слон, рада своим покупкам. И вам спасибо огромное за внимание. Напишите, что понравилось вам больше, какая помада, может быть, больше понравилась. А я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч и всем пока!